Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Всем привет и добро пожаловать в Самарскую область, в город Жигулевск, на стадион «Кристалл». Здесь в рамках 7-го тура МЛБ первой лиги тольяттинский «Акрон» будет принимать футбольный клуб «Тюмень». И вот он, стартовый свисток и первый удар по мячу. Так, Понс чуть фальстарт не сделал. Хорошая передача вперед, об этом чуть позже. Удар Понса, может быть, из-за пределов штрафной. 1-0, счет становится уже на 6-й минуте. Андрес Понса забивает мяч и открывает счет в этом матче. 1-0, первая же опасная атака «Акрона» завершается взятием ворот. Ликуют болельщики «Акрона». 1-0. Ну, потрясающе, потрясающе ударил по чужим воротам Понце. Перекинул он вратаря, как говорят, за шиворот. Еще одна атака на чужие ворота разворачивается. Да, «Акрон» сегодня здорово действует в контрвыпадах. Можно бить из-за штрафной. И это делает Опеков. Здорово, здорово прыгнул Любаков. И с этим ударом справился. У «Акрона» 4 победы, 3 ничьи и только одно поражение. Один раз проиграли. Ух, сейчас момент какой! Кобялка открывался и на выходе Волков сыграл. И столкнулся он с футболистом Тюмени. Похоже, небольшое повреждение получил. Нужна будет ему помощь. И Тюмень ее наверняка попробует провести в атаке. Уже в чужой штрафной. Гости. Удар по воротам. Это скорее даже был прострел. И снова Волков в игре. Не получается мяч выбить, но звучит свисток. Мяч попал в руку Самойлову. И это, конечно, облегчение для «Акрона». Можно немножечко выдохнуть и, в принципе, постараться спокойно этот тайм до завершения доиграть. До свистка. Азаров возле мяча. Подает он, но спокойно выходит из ворот Либаков и в руки мяч забирает. Тут столкновение, и что? Арбитр дает свисток. Желтая карточка Любакову. Желтая карточка Любакову. И это 11-метровый. Какое решение последует сейчас? Да, интересно будет потом узнать у Любакова, что же повлияло вот на это его решение. Но пока что смотрим за этим 11-метровым. Савичев разбегается, бьет и отбивает! Отбивает Егор Любаков. Свою же ошибку он исправляет. Угадал он угол и рукой дотянулся. Но мы отмечали его антропометрические данные еще и в первом тайме, когда он дотягивался до ударов. Во второй лиге играл за команду, там дебютировал. Мы вспоминали с вами историю противостояния «Акрона» и «Тюмени». В тех матчах БМ тоже принимал участие 4 года назад. И до сих пор он в клубе! И 1-1, счет становится. Тюмень забивает на 71-й минуте. И это делает Евгений Татаринов. Буквально 5 минут назад вышедший на замену. Мы сказали, что Тюмень пытается именно, как при стандартах, навешивать в чужую штрафную, искать в этом свои шансы. И вот, наверное, какой по счету, не знаю, 25-30 навес в итоге привел к забитому мячу, и количество перешло в качество. Вторая добавленная минута идет. И в атаке Тюмень. Удар по воротам, и 2-1 счет становится. Вот это да, в ответ на атаке Тюмень бежит вперед, бьет практически с 11-метровой отметки по чужим воротам Антон Синяк. И на 92-й минуте делает счет 2-1 в пользу Тюмени. И это нестандартное положение. Савичев обыгрывает соперника. Далеко мяч упускает, поставляет под своим контролем. Передача в штрафной, удар накрыт. И Тюмень выходит из обороны. Звучит финальный свисток, который фиксирует победу футбольного клуба «Тюмень» над «Акроном» со счетом 2-1. Первая гостевая победа Тюмени. Поздравляем гостей. Набирают они 13 очков и догоняют «Акрон» в турнирной таблице. Благодарим «Акрон» за этот матч. Призываем далеко не уходить от своих экранов. Буквально через несколько минут будут послематчевые комментарии.